Алиса Стафий очень любит рисовать. Ее работа заняла первое место в номинации «Радость Победы» областного конкурса «Открытка Победы». Узнать об этом было очень приятно, ведь юная художница так старалась, создавая свою работу. На своем рисунке девочка изобразила реальный эпизод – встречу с соседкой, ветераном Великой Отечественной войны. Мы с мамой смотрели фотографии и нашли фотографию с ветераном Великой Отечественной войны Идеей Федоровной. Она жила во время блокады в Ленинграде. На фотографии я дарю Идее Федоровне подарочную открытку. Мы распечатали с мамой эту фотографию, и я нарисовала набросок. После этого я раскрашивала акварельными красками. Копию этой работы Алиса подарила самой Идее Федоровне на день рождения. А вот рисунок ее брата Егора занял 3-е место в номинации «Военная история моей семьи». На нем портрет прадедушки, участника войны. Создан по фотографии. Вот такой портрет у меня получился. Копию этого портрета я подарил нашей бабушке. 2-е место в конкурсной номинации «Радость Победы» заняла работа еще одной юной художницы – Елизаветы Галкиной, ученицы Лесногородской школы. Она изобразила символы героической Красной Армии. В конкурсе «Открытка Победы», который проводит Московское областное отделение партии «Единая Россия» при поддержке регионального правительства, в этом году успело принять участие около 5000 школьников. Жюри отобрало 130 лучших работ. Они станут основой дизайна поздравительных открыток к 9 мая, которые будут вручены жителям Подмосковья. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».